Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, турнир закончился, друзья мои. Три звездочки у нас в кармане. И мы с тобой забираем все наши наградочки. 75 платиновых осколков, да, если ты успел увидеть. А вот уже ежедневную награду, ребята, я получил за Лигу Мастеров 2 звезды. То есть меня успели гаденыши, они потом еще скинуть. Вот такие вот пирожки. Ну что, друзья мои, буст. У нас, сколько прошло? 18 минут, ребята, 18 минут прошло от отката. Ну, то есть откат произошел, 17 минут уже прошло. Так что давай попробуем бустануться чуть-чуть. По-быренькому, скажем так. Начинаем, как обычно, с наших маленьких друзей. Я ставлю, естественно, автобой, потому что они раскромсают их, причем на изи. Ваня шлеп, муха бум, Бакстер хрум. Все. По-другому никак и быть не могло. Мне интересно знать, как мы с тобой быстренько лупанем сейчас. Смотри, воин. Две звезды, 78-я позиция. Я просто тебе это к чему говорю? Сравниваю, ребята, как мы с тобой играем спустя неделю, да? Ну как спустя неделю? Спустя три дня, когда мы с тобой три поединка или четыре проходим, чтобы нам подняться в лигу две звезды. В Лигу Воинов 2 звезды. А сейчас просто мы с тобой перелетели с одной заходочки. И сейчас перейдем с тобой на Воин 3 звезды. Я больше чем уверен в этом. Смотри внимательно. Ну, вот и все. Почему-то 91-ю позицию дают. Что такое, что не так? Не, давай-ка мне это, не... вот. Вот 12, 13. Это то, что надо, раз, два, три. А, у нас уже 4 бойца. Это третий, ребята, поединок, и у нас уже 4 бойца. Я почему все это сравниваю? Потому что, друзья, мы, когда мы с вами долгое время, например, не играем, да? Буст, например, вот в понедельник должен быть буст, а мы с тобой, например, в среду играем. Ты заметь, как мы с тобой тяжело идем, как все это тяжело. Я не спорю, мы с тобой продвинемся здесь, нас потом скинут быстренько. Нас скинут в Лигу Сёгунов, о, в Лигу Самураев, как пить дать. Но, извини меня, с Лиги Самураев легче подниматься, чем подниматься вообще с самого ноля, с самого днища. Так, нам нужно что с тобой? Нам нужно 12-14, да? Так, 12-14. Да что такое-то, а? Поел рыбу просто соленую, ребята, и что-то... комок какой-то в горле стоит. Ни туда, ни сюда, надо водички, наверное, попить. Эх, бутылочку открою только. А то я задолбаюсь тут сейчас. Ну да, от рыбы, ребята, от соленой всегда пить хочется, так что... Ах, поэтому... хуже не будет, согласись. Вот так вот. Ой, я обожаю, когда она холодненькая. Прям... прям... душа радуется, ребят. Так, мы с тобой не перешли, да, в следующую, получается? 12-14 так у нас и осталось. Блин, ну это плохо. Ребят, это плохо. Потому что это уже минус. Минус поединок. У нас каждый поединок на счету. А это минус. А почему? Потому что мы с собой не перешли на новую лигу. Вот и все. Вот тебе и все. Песня до копейки, как говорится. Ну здравствуйте. Они даже добить не могут, особенно Крис. Точнее, этот. Вот этот хламон не смог добить, прикинь, с одного удара. Да. Интересно. Причем уровни бойцов были 50. Ой, наши 56, а у него 20 там какие-то. Так, элита 2 звезды. Вот, сразу дают 13-15. То, что нужно. Уровень бойцов, ребят, 33-й. А мы с тобой берем вот наших 56-х. Блин, мне еще нужно... я еще те две серии, ребят, не выложил, которые у меня уже до этого готовы. То есть получится, что сегодня, наверное, выложатся три серии. Две предыдущие и вот этот буст. Я вчера должен был все это сделать, но после стрима я вырубился и проснулся в 6 утра только сегодня. Поэтому ничего не выложил, ничего не монтировал.
Как-то так. Так, ну что, ребята, элита 3 звезды, ранг у нас 65-й. 13-15. А не дадите ли мне... Во! Во, ребят, 13-16 вломили мне. 13-16 вломили. И бойцов у нас уже, ну ты видел, да, заметил? 5 штук. Погнали. Опа, что-то новенькое. Видишь, как Шреддер решил сделать? Необычная такая. Взял два мяча, скрестил и пульнул. Идеально. Идеально мы их тут разносим. Ой, кабан, ну тебе это не поможет. Он даже Шреддер над тобой посмеялся. Он как знал, он как в воду глядел. Что ничего у него не выйдет. Так, ну что, перейдем? Да, ребята, мы уже в самураях. Смотри, как быстро мы с тобой прошли до самураев. 13-16. Опа-на, опа-на. 14-17. Друзья, вы заметили, что у меня откатов всего лишь 5 штук осталось? А знаешь почему? А я тебе объясню. Потому что сегодня я перед бустом, перед тренировкой играл до потери пульса. Я потратил все свои откаты. У меня было их там около 30 штук, по-моему. А может даже больше. Я их все слил практически на то, чтобы пробиться в Лигу Мастеров 3 звезды. Я, конечно, взял не топчик. У меня была, по-моему, 75-я позиция там. Вот. А снимать я почему не стал? Ну, потому что, ребята, я думал, что не успею до тренировки. А получилось у меня все отлично. Поэтому, ну и ладно, что не снял, господи. Главное, что вы поняли суть. Так, прекрасно мои бойцы тут совладают с противником, очень хорошо. Ну, естественно, они пока еще и слабенькие, поэтому мы их из этого разносим. Здесь, да, здесь мы с тобой, к сожалению, сразу пробиться не сможем. Поэтому 14-17 придется еще раз отыгрывать. Я вот все думаю вот про эти Звездные войны. Стоит ли вообще в них, ребята, играть? Или лучше Iron Maiden играть? Помнит, наверное, кто-нибудь из вас Iron Maiden игра? Она тоже пошаговая, там тоже берешь команду и проходишь. Там, кстати, там типа монстры такие всякие, мертвецы. Ну, Iron Maiden группа, знаете, такая. Метал-группа. Ну вот, ее персонажи там все эти ходят, бродят, тоску наводят. Слушай, ты посмотри, они 30... А, сороковки уже. Я думаю, как они мне наносят урон-то? А вот так они наносят. Вот так они, ребята, и наносят урон мне. Ладно, бог с ним. Ну, самурай 2 звезды, отлично. Так, 65-я позиция. Давай мне уже 14-18, или сколько там, 15-18 должно быть. А, 14-18. Ну-ка. Эй, давай, вот. Вот, 14-18. Почему-то я думаю, что 14-18 они могли дать мне и в тот раз еще. Что-то кажется мне. Может быть, я поспешил соглашаться на 14-17. Может быть. Слушай, а уровень-то уже здесь 44-й. А, ну мы уже перешли на 60-й уровень. Так что все будет чики-пуки. На. Кстати, вот это вот Эйприл. Ты смотри-ка, я думал, она будет хилять. А она веер бросила. На тебе плевок. Так, шинигами добивает плетки своей. Валуном. Бумс. Пробил. Да. Мутагена какая-то слабая. Слабая была атака по земле. Все. Двигаемся тогда в нужном дальнем направлении. Ну-ка, перейдем. Да не, наверное, не перейдем, ребят. Ну, около все кружимся. Все около, да? Нет уж, 14-18 нам надо. Слушай, ребят, ну, сегодня мы до Лиги Мастеров явно не дойдем, потому что мы с тобой... Повторюшек сделали аж 4 штуки или 3.
Вряд ли у нас получится. В лигу. Да и фиг с ним, с этой лигой мастеров, ребята. Главное, чтобы попасть в лигу сёгунов. Где-нибудь. Две звезды, ну, в принципе, уже было бы нормально. Согласись. Нас кинут, конечно, до самураев. Как я уже говорил прежде, и всегда такое происходит. Но если, если каждый день играть, то, в принципе, ты где-то с понедельника, где-то к среде ты уже можешь быть на лиге мастеров 2-3 звезды. То есть в топчик. Я помню, как мы тогда с тобой бустили. И мы просто потом не знали, что делать. Мы заходили, у нас арена фуловская, даже не поиграть в нее было. Так, а теперь уже давайте мы перешли на новый ранг. О, 15-19. Вот, есть. Уровень уже, ребята, 50-й. У нашего противника. Сейчас мы глянем. У наших 70-ники. У нас 60 уровень только имеет, по-моему, один или два персонажа, прикинь. Остальные все либо 56-е, 57-е, да? Либо 70-ники. 60-ников только двое персонажей. Прикинь? Офигеть. Так. Ну что ты, плевок не помог, что ли? Так, метеорит. А, нет, нет, нет. Это он делает усиление. Фига себе. Под усилением крысиный король просто взял его и распластал. Кстати, да, крысиный король. А я не помню, он у нас в платиновом ранге или нет? 15-19. Я просто сейчас попробую, ребят, может быть. Может быть, получится не взять. Не, не получится. 15-19. И хоть ты тут тресни. Ну да. И хоть ты тут тресни пополам. Ну. Так, змея-карай. Так, Крис уничтожает Криса. Интересно. На-на-на-на, Тимати-то. Опа-опа-опа. И никто не получил урона. Нам просто по барабану то, что они делают. Ну вот только граната от кабана, да, немножко отняла здоровье. Сплинтер уничтожает Сплинтера. Так же, как Крис Брэдфорд уничтожил Криса Брэдфорда. Тимати все дурачится. Так, плевок и добивка. Прекрасно. Прекрасно они тут справились, ребятушки. Прекрасно. Так, ну а мы двигаемся тогда дальше. Так, Лига Сюганов. Одна звезда. Так, 15-20. Вот они уже дали 15-20. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Ну, здесь я с ними быстренько сам раскидаюсь. Сейчас Рафаэль, потом Кунаич, и все, им кранты. Им даже и так кранты. Даже не надо было у Кунаича делать массовую атаку. Обычной атакой завалило их всех. Ну, не всех, а кабана этого. Так-с, и так, ребята, у нас 17-я позиция. 15-20. Раз, два, три. Четыре, пять. Ну, Лига Сюгунов, две звезды у нас точно будет. Это как пить дать. Ага. Не набил всего лишь одного, но зато на него повесил постепенный урон. То есть он в любом случае, ребята, отдуплился. Как ни крути. Просто отдуплился бы. Так, ну что, мы переходим с тобой на Лигу Сёгунов. Две звездочки, 74-я позиция. Так, нам нужно с тобой. По идее, если мы перешли на новый ранг. Почему 15-20-то, я не могу никак понять.
Вот. Супер Шреддер. Так, Пиццелицы, Мэкман, Алапекс. Ну, вот так вот сделаем. Ну, Алапекс будет первый ходить, да? Естественно. Естественно, друзья мои, она будет первой ходить. И Супер Шреддер добивает. Бамс. Ну что, у нас, по-моему, ребят, там последний поединок намечается. И мы как раз перейдем с тобой в Лигу Сёгунов, наверное, 3 звезды. 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. Странно. Не последний, ребят, поединок. Предпоследний. Поехали. Молодец, красавчик. Бомбочка. И валунчик сверху на эту бомбочку. И финита ля комедия. Вот так вот. Ну, шуршали мы их. Чё тут говорить. Есть. Да, друзья мои, Лига Сёгунов. 3 звезды у нас в кармане. Должны, по идее, нам дать выше ранг. Не 16-21 все-таки. А я думаю, на 17-ку я должен потянуть. Но я пришел в ранг. Какого фига ты творишь, игра? Давай повышай мне кубки. Прикинь, не хочет, ребят. Она не хочет. Нормально? 16-21 держит и все. Она может только понизить меня, а повысить не хочет. Да ты издеваешься, а? Нет, ребят, ну не хочет и все. Эх, жаль. Жаль. Но, тем не менее, все равно, ребята, Лига Сёгунов 3 звезды — это неплохой результат. Очень даже неплохой. Да, с одной плюшки. Ну и ежедневки я же, по-моему, сегодня выполнил. Я не знаю, они откатываются, не откатываются. Давай посмотрим. Так, пройти серию испытаний у меня осталось. Вот оно что. Но серию испытаний я, пожалуй, как проскочу. Погнали. Так. А сколько нам получается? У нас, мы сегодня 75, да? Кубков. Ой, кубков. Осколков получили. У нас было 200, да? Сейчас 275. Получается, нам 2 недели нужно еще, ребят. До повышения ранга. Еще 2 недели. И тогда мы с тобой сможем перевести следующего персонажа в платиновый ранг. Ну, потому что 75-75, это получается сколько у нас? 150. Да, плюс сейчас 200 там с копейками. Да, как раз 400 будет. Блин, да пролетят эти 2 недели, ребят. Так я не знаю, что. Я же в отпуск хочу, не могу, если честно. У меня с 1 мая отпуск. Ох, ребятушки, если что, пишите, хотите стримы? Побольше стримов, когда я буду в отпуске. Если да, будем с вами закатывать тогда их. Так, ну что у нас тут получается? Заберем здесь все это. Что у нас вообще на этой неделе, ребята? Так, ну вы видели, Ванька Стиранка, да? Ну такой персонаж, неплохой, но не скажу, что он прям был бы топовый. Неплохой. Все, все, ребятулечки. На сегодня я достойно все провел. Поиграли. Все сделали топово. 40 тысяч мутагена. Так что Рафаэль, друзья мои, наш, получит сотку на следующей серии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.